Пушкинская детская музыкальная школа номер 1 открыта в 1939 году. В музыкальной школе работает преподавателей 43, совместителей 19, сотрудников 18. Преподаватели, имеющие высшее образование, 43, среднеспециальное образование 19. С высшей категории 25, с первой категории 30. Заслуженных работников культуры Московской области 5. Преподавателей, отмеченных знаком губернатора Московской области, благодарю 4. Награждены именной премией губернатора Московской области 5. Грамотами Министерства культуры Московской области 14. Основное направление в работе музыкальной школы делается на коллективное музицирование. 100% охват учащихся. В школе работает 4 хора, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр, около 20 различных ансамблей. Всего обучающихся 460. На подготовительном отделении 60. В 2007 году был открыт филиал в городском поселении Лесной Пушкинского района на 100 учащихся.